Hey, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, от канала Куплинов Плей и Супер Охот. Секунду, четвертая серия, последняя должна быть заключительная, потому что вроде как он подходит к концу, и мы уже молодцы, дошли до конца. Все хорошо, все нормально, у нас сейчас затащит, сейчас я только руку возьму в руку, все будет вообще куку-руку. Так, нормально, спокойно, сразу говорю, я этот, тихо, спокойно. Так, раз, два и три, что ли, и все, что ли? Серьезно? Пацаны, что-то меленько вы сегодня, О, нет, вон того нельзя пускать. Хорошо, того успел преградить, нормально. Нормально. Так, спокойно. Дай! Бляха, ну ты долго будешь его руку-то брать или что? Уйди. Сука. Есть, хорош, спокойно. Не надо. Падла, сейчас убил. Ха! Дружище, ёпта, штука. Тихо. Я сегодня вообще, что ли, без оружия буду? Алло, где оружие-то моё? В кого стрелять? Так, кто-то уже стрельнул. Подожди, ладно, отходим. А иди нахуй, дайте мне какой-нибудь пистолет-то, вы чё, серьёзно? А, так у меня же есть суперсила, я и забыл про неё. Ну да ладно, так, хорошо. Сейчас вон тот шмалять. Воу! Тихо. Да сдохни ты нахуй. Хорошо, нормально. Опа. Над головой пролетело. Сейчас, спокойно. В кого? В тебя, в первого. Не попал. Сука, опять не попал. Смотри, а. Попал, красава, нормально. Все. Остался только ты, упырь. Сдохни, упырь. Прям в пузо, сука. Так-то, падла. Бляха, ну это, в принципе, не сложно. Ну ладно. Опа. Дай сюда. Спокойно. Есть! Хорошо! Стрельнул, падла! Ой, их там сколько много-то! Спокойно! Бляха! Покучнее! Ребята, покучнее! Сука, только одного убил. Ладно, хорошо, спокойнее. Спокойненько! Тихо там! Блядь, диван мешается! Спокойно, тихо! Ну не надо, пацаны! Не надо, говорю. Воу, патронов-то нет, тихо. Куда она взялась-то? В смысле? Блять, а? Хорошо. Ёб твою мать. Короче. Непредвиденные обстоятельства, нахуй. Камеру снес. Я думаю, я это видео оставлю, потому что... Блять, как по-другому? Так, я слишком далеко отхожу от дивана. Я слишком пиздодельный стал. Нельзя так далеко отходить от дивана, иначе... Такая судьба постигнет камеру еще раз. А это делать нельзя. Да! Блюдок, блядь. Сдохни нахуй. Сдохни, сука. Отлично. На! О, жив. Красавчик, спокойно. О, опять жив. Нихуя, что делаю. Все. Красава. Спокойно. Тихо. Аккуратно. Так, ладненько. Того. Хорошо. Зашло. Нормально. Спокойно. Брось. Спокойно. Нормас! Хорош! Нормас! Хорош, Димас! Красавчик какой! Ну-ка нахуй оттуда! Эй! О, бляха, почти попал. Сюда. Опа! Блять, это еще чего? Это лампочка! Тихо. Спокойно. Не завязывай нахуй меня стрелять, чувак. Я сейчас всю квартиру нахуй разнесу из-за тебя. На-ка! Вот так вот! Говна кусок! Спокойно! Все! Диван! Дальше дивана не отходим, нихуя! Уйди! Хорошо! О, нормально! Сдохни там! Тихо! Бля, диван, не мешайте, пожалуйста! Спокойно! Ой, хорош! Красавчик какой! Так, вот сейчас, тихо! Последний бастион! Вот это хорошо! Так, последний бастион меня радует! Спокойно! Ага, тихо! Это тебе! Ебать, серьезно! Тихо, пацан, спокойно! Отлично! Да умри ты там, едет твою мать! Так, камеру, бля, опять снесу, не хочу камеру сносить, нельзя!
Я чем, блядь, снимать-то вот за камеру-то снесу? На, сука. Спокойно. Да брось ты нахуй это говно. Да брось ты его, я тебе говорю, блядь! Красавчик! Так, а теперь ножиком подобью, падлу, подобью, блядь, буду подобью. Иди сюда, говно. На, сука. Пидорас. Так, пистолет далеко, я не дотянусь. А чем мне отбиваться? Окей, будем отбиваться пластичностью. Давай, говно, сюда иди. Бледёныш, вот так-то. Дай сюда. Сдох там нахуй. Туда же, блядь, спокойно. Туда подошел. Съебался, съебался, красава! Так. Так. Хорошо, спокойно. Да бля, он того верхнего надо завалить первым делом, спокойно. Готов, верхний, красава. Сдохни, сука. Тихо. Нормально. Нормально. Опа. Тихо, 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 тихо. Хорошо. Да какого хуя там не стреляет-то ничего? Уйди. Нет! Тихо. Нормально. Ты, блядь, уйди. Кто еще-то, ну? Ах ты, падла. Да в смысле, сколько вас тут? Ха! 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 Бляха, как сложно, я весь финал просидел, блядь, на полу, тихо. Уничтожь пирамиду, без проблем. Ты теперь свободен. Мне радоваться? Походу, да. You did well. Ты заебись такой парень, хорошо все сделал. Да-да. Answer that. Чего? Иди нахуй, я в хоррор вообще не планировал играть. Погра, пожалуйста, не надо, а? Collect your reward. Коллект чего собрать? Чего? Эй! Эй! Это чё? Это камера моя валяется? А, в себя пострельнуть, что ли? Серьёзно? Ну давай, окей. Самоубился, блядь. Супер. Хот. Супер. Хот. Супер. Хот. Ага. Сюда. Ты ж, ёпта, не конец-то ли чё? Один из нас. Один из нас, ну. Ты теперь свободен. Чтобы повторить суперход VR. Навсегда. Опять что-то вставить надо? А, сюда что ли? Окей. А, выбрать уровень. Пожалуйста, надень шлем. Окей. Я выиграл. Я выиграл, я красавчик. Все 19 уровней я прошел за 4 выпуска. Дал пиздюлей камере, дал пиздюлей всем, кто меня пытался здесь убить. Дал пиздюлей всему и всегда. Отлично, я красавчик. Камера жива. Я испугался на самом деле. Чуть-чуть сыканул, потому что нихера себе. Камеру снес, блядь, она упала прямо в пол. Все закрылось нахуй. Хорошо, хоть по кускам не разлетелось. Прикол в чем? Там появилась, короче, ошибка, и было написано, что... Короче, перезапустить камеру, и она, в принципе, работает, все нормально. По микрофону должно быть нормально, я пытаюсь его настраивать, я его, в конце концов, настрою по-любому, наверное. Если кто-то думает, что это позвоночник, нет, это шнур от петлички, он так вот идет мне в карман. Если кто-то думал, просто сели, что я в трусах, нет, я в штанах, это такие штаны. И на этом, собственно, все. Камера жива, я жив. Все мертвы, мои враги. А это значит, что мы с тобой красавцы. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на инстаграм. Комментируйте, ставьте лайки. Не машите руками, когда играете в VR, потому что это чревато. Я в прошлой серии чуть не сломал телевизор. В этой серии я въебал как следует по камере, и она полетела вниз.
Это хорошо. Все, всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.